С 19 по 29 ноября в Ростовской области проходит операция «Автобус», направленная на обеспечение безопасности перевозки пассажиров. В Новошахтинске сотрудники госавтоинспекции провели рейд. Было проверено около 20 единиц автотранспорта, перевозящего пассажиров не только по городским, но и междугородним маршрутам. Мы проводим профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения для пассажирского потока. Проводим беседы с водительским составом, выявляем технические неисправности эксплуатации транспортных средств, задействованных по перевозке пассажиров. И осуществляем контроль за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД провели беседы с водительским составом, еще раз напомнив о том, что при плохих погодных условиях от них требуется больше внимания и осторожности. Ведь именно водитель автобуса или маршрутного такси отвечает за безопасность людей в салоне. В результате рейда было выявлено 5 нарушений. Ведь если в салоне маршрутки не открывается запасной выход, то спасти пассажиров во время ДТП не удастся. Я вчера только пожар, Пожар, ломятся, да, пассажиры ломятся, а выйти не могут. Опачки. Служба госавтоинспекции продолжает осуществлять надзор за пассажирским транспортом. И все это только для того, чтобы каждый человек, садясь в автобус или маршрутное такси, был уверен в своей безопасности.